И всем салам алейкум, братанчики, меня зовут Димович, вы на моем канале. Сегодня я работаю на 81760 АК по маршруту Новокосино, Третьяковская, на Калининской линии московского метрополитена. Ну, видите, тут оптимизация вообще не очень, когда ты выходишь из поезда, так что давайте сядем в кабину машиниста. Ну что ж, ребятки, всем желаю приятного просмотра, тем, кто кушает, приятного аппетита. Погнали к просмотру. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новогиреево. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Новогиреево. Наземный переход на 4-й диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Перово.
Станция Перова. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – шоссе энтузиастов. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция «Шоссе энтузиастов». Наземный переход на МЦК. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – авиамоторная. Thank you.
станция авиамоторная. Наземный переход на большую кольцевую линию и третий диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь Ильича. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция «Площадь Ильича». Переход на станцию «Римская». Наземный переход на станцию «Москва-Товарная» второго диаметра и станцию «Серп и молот» четвертого диаметра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Марксистская». Thank you.
Станция Марксистская. Переход на станции Таганская, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линии. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Третьяковская. Переход на станцию Новокузнецкая и Калужско-Рижскую линию. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Ну что ж, ребятки, на этом наш ролик подходит к концу. Всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео.